Между тем, история с ремонтом дворов, который так ждут жители города Абай в Карагандинской области, получила свое продолжение. Жильцы двухэтажных домов в старой части города прислали очередное видео. Судя по картинке, после репортажа, который вышел на нашем телеканале, работы по благоустройству все же начались. Правда, пока, по словам местных, рабочие сняли дорожный слой, который они когда-то укладывали за свой счет. А после произвели отсыпку и разравнивали дорогу. Люди обещали следить за тем, как будут развиваться события дальше. Напомню, к нам обратились жители сразу нескольких районов Абая. У всех жалоба одна – неблагоустроенные дворы и отсутствие детских площадок. Как выяснилось позже, некоторые из них все же приведут в порядок до конца этого года.